Хочу показать вам хлеб, который никогда не берите. Это в Черновцах есть такой олейник. Я не знаю, что он делает, какие он дает туда закваски, добавки, что вот хлеб, который вот с овсянкой, да, вот сверху овсяная, да, он на второй день был уже вот с таким вот, с такой вот зеленоватой плесенью. И уже были, это, на третий день уже была плесень такая зеленоватая, но уже такая, как это темная, только была зеленоватая. Вот, на, купил воскресенье, сегодня среда, вот из этого пакета, да, он не был полностью, пакет был всегда вот открытый, вот, я вот так вот из пакета стал вытаскивать, да, вот, он вот так вот всегда был, открытый, и в данной ситуации, данный хлеб, это то, что уничтожает наш этот грибок, который уничтожает наш организм, этот, предприниматель олейник, его уже давно уже нужно было привлечь к ответственности за то, что вот, вот есть хлеб, сейчас вам покажу хлеб, который мать взяла у соседки, а, уже съели его или не съели, а нет, вот он, вот, мать взяла у соседки и сейчас положила его в пакет, вот, этому хлебу, он у нее на столе тоже стоит 3 дня. Вот этому хлебу. И этому. Ну, сегодня уже 4-й день этому, да? Вот. Тут и близко нету ничего. Хотя он в пакете был у этой женщины. На кухне так вот лежит у нее. Мать, она взяла. Понимаете, какая разница? Поэтому делайте выводы по факту того, что хлеб олейника это просто, я не знаю, это преступление. Просто преступление против человека. Его вообще есть нельзя. Надо дать на анализы, определить экспертизу, что он за хлеб такой делает, который приводит к такому вот состоянию. Во вторник, я говорю, он уже был. Вот с плесенью такой вот, да, вот зеленый, везде покрытый. И вот уже результат.